Промежуточные итоги своей работы подвели и аграрии. Почему промежуточные? Так ведь уборочные кампании еще не закончены. Но даже несмотря на это, некоторые выводы сделать уже можно. На сегодняшний день собрано 713 тысяч тонн зерна. Отличились в этом плане Куйтунский и Черемховский районы. Более 100 тысяч тонн как раз оттуда. По овощам тоже все в порядке. Аграрии выкопали почти 68 тысяч тонн картошки. Половина этого урожая из Усольского района. Несмотря на то, что минувшим летом из-за засухи там вводили режим ЧС, именно этот муниципалитет оставляет за собой звание самой картофельной территории. Главное же, что сейчас радует фермеров погода. Ведь она для сбора урожая самая подходящая. Подходящее, сухое и тепло. Собственно, именно благодаря этому работы на сельхозугодьях региона уже скоро завершатся. До следующей посевной.